Центр реабилитации. Служение под вечернее собрание. Аллилуйя. Там занято, там сидят уже. Да. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь. Боже, мы благословляем это время. Да, аминь, аминь. Мы просим, чтобы Ты действовал, чтобы Ты говорил в нашей жизни, чтобы Слово Твое, оно меняло, исцеляло. Господь, произведи свою Божью работу с каждым из нас. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем сердца наши, они готовы, Господь. Пусть, Боже, каждый из нас, он будет искать лица Твоего. Пусть каждый из нас, он будет внимателен во имя Иисуса Христа. Пусть слава Твоя да будет явлена здесь и сейчас, и также в нашей жизни. Благословляем это время во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу! Сейчас здесь, в центре реабилитации, служение сейчас, само собрание, молитвенное собрание, здесь вечером, сегодня суббота вечер, будет такая встреча. Здесь фотографии выпускников, тех, кого Бог не освободил уже от рабства наркотиков. Да, слава Богу! И Бог продолжает свою работу потрясающую. Так что, дорогие друзья, слава Богу, присоединяемся, славим Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Oh,